вскоре все враги евреев поняли, что у тех появился защитник. Тогда раввин достал клочок бумаги из уха голема, и он стал глиной. Скорее беги отсюда. Что? Ты у меня сильный и умный. Ты сможешь скрыться. Тетя! Макс! Мы с твоим дядей смогли укрыться. Детей туда не пускают. Я нашла ферму. Там и спрячешься. Тетя велела прятаться. И ты спрячешься. У всех на виду. Ты сын моей сестры, но теперь ты живешь с нами. Яшко Рудницкий? Да. Если не скажете, где они, а мы их найдем, то убьем евреев и все ваше семейство. Тебе нельзя здесь больше оставаться. Не разводи костер рядом со схроном. И заметай следы. Мама ушла искать еду, но так и не вернулась. Я научу, как выживать в лесу. Не пропадешь. Я быстрый, умный, сильный и храбрый. Беги! Беги, Ярик! Они убить нас хотят! Я тут еврея поймал! Не видишь, он еще ребенок! Единственные реальные вещи – это голод и боль, и холод, и охотники на евреев. Смотри, малыш! Однажды голем восстанет! Он сразит всех нацистов, сотрет в порошок! Гитлеру не справится! Твоя мама права. Возможно, ты самый умный, быстрый и храбрый мальчик в мире. Мальчик, который прятался в лесу. Мне казалось, что Бог меня бросил, но Он послал мне тебя.